Здравствуйте, сейчас мы рассмотрим Турцию. Будет ли землетрясение в 2024 году повторяться, или же будут какие-то волнения в стране на альтернативу расклад? Так, раз, два, три, четыре. Что ожидать Турции? Это Турция. Это землетрясение. Вопрос. Или волнение, какое-то событие, знаете, мало ли что. И итог, что из этого выйдет, если землетрясение. И если будут какие-то волнения, мало ли что в этой стране, да и во всем мире, всевозможные перемены разные. Так, раз, два, три, четыре. Начали. Я все объясняю. Так, это Турция. Землетрясение. Всевозможные перемены разные. Это мало ли что, да? Так. Что же будет, что же будет и что же будет? Раз, два, три, четыре. Начали. Землетрясение. Мало ли что. Что может быть в Турции, если будет землетрясение? Последствия. И какие могут быть последствия? Мало ли что. Так, я все объясняю, моего мнения нет. Так, раз, два, три, четыре. Вот она Турция. Турция древняя страна. Она крепкая, но ей очень тяжело. Какой-то тяжелый период наступает на 2024 год для Турции. Потом еще можно так сказать, отшельник. Эта страна сама для себя преодолевает свои трудности в каком-либо, в каких-либо событиях, или в землетрясении самостоятельно, или же с какими-то событиями, мало ли что. Так, теперь, что же может случиться? Это землетрясение, 21-й аркан. Тут стихия вода, это наводнение. Так, теперь, мало ли что, какая-то борьба будет. Если будет наводнение, с чем это связано? Это большие постройки, наводнения, потопы. В общем, несчастный случай ожидает Турцию по поводу наводнения. И мало ли что. Звезда. И что дальше? Так, теперь, в принципе, государство Турции справится. У нее большой жизненный опыт. Это жизненный опыт, можно так сказать. И она религиозная, как бы религия тут еще вышла. Время, тяжелое время. Начиная с прошлого времени на сегодняшний год. Этой стране будет тяжело преодолевать трудности. Не так уж это легко. Тут, получается, бедные люди. Много людей окажется бедными. И люди в город или из города. Тяжело людям будет жить в городах. Но города, получается, если вдоль моря, там какие-то события могут быть. 21-й аркан, стихия вода. Море, это море. Да. И это море, что может дать? Похищение, предательство, королева. Так. Теперь мы смотрим на мало ли что, да? Хитрые события, связанные с религией. Тут что-то, какое-то направление идет, что
во власти, власти, да, будут разногласия в религии. А если будет наводнение, нужно быть очень предельно осторожным и неожиданный удар. Так, праздник и император. Перевернутые. Так, что дальше можно еще добавить? Получается, все-таки это наводнение. Смотрите. Лед, вода, вода. Потрясение. С моря затопят города. Это как Крым, понимаете? Видимо, Крым, Черное море будет исполнять свою арию, ну, я так скажу, где она разольется, эта вода, что и Крым пострадает, и даже берега Турции уйдут, часть воды, земли под воду. Это будет смотреться сверху, как бы считается красиво. Ну, это так, как бы интересное, да, сочетание карт. И земля не сможет принять, как земля, она неожиданно принимает эту воду и неожиданные потрясения. В общем, большой-большой потоп, огромнейший. А если мало ли что, то получается, нужно подготовиться к этим событиям, и сама Турция, ей будет очень тяжело справиться с данной задачей. В общем, большой-большой потоп идет. Вот так вот. В общем, Турция. А если что-то неожиданно, смотрите, это связано еще с огнем. Может, еще какие-то, знаете, как бы неурядицы с местными жителями, потому что тут хитрое направление будет религии, и там у них междоусобица небольшая будет. А так получается наводнение. Это все наводнение. Так, цыганский оракул, скажите, пожалуйста. В общем, не землетрясение, а наводнение. Получается, Турция, Крым, значит, побережье Украины тоже может захватить. Все это может захлебнуть эти страны. Так, цыганский оракул, что вы видите и как вы понимаете по поводу Турции? Что вы думаете? Богатая страна. Смотрите, видите, человек у моря. Ну, это вот, смотрите, все уйдет в воду. Подтопление, все богатство, все, что люди заработали в этих городах, неожиданно это все придет. Так, теперь праздник. А это будет печальный праздник. Тем более, смотрите, тут получается еще предательская ситуация. Это неожиданно. Люди куда-то бежать будут. Так, теперь это наводнение, землетрясение и мало ли что. Вот религия, смотрите, должны какие-то, какая-то часть должна воссоединиться, или, знаете, как автономию какую-то могут сделать, ну, в этом плане. И что же будет, что же будет? Дома, смотрите, башни и дом. Дом в опасности. Что с этим домом? Дети, жены пострадают. Несчастье, несчастье идет. Это к несчастью все. Любимая, любимая страна, можно сказать. Это любимая страна, женщина, видите? Женщины, дети. Легкомыслие, ревность, препятствия. Тяжело будет преодолеть эти трудности. Все. Вот она, большая рыба. Сюрприз. Очень много-много воды и много денег понадобится на восстановление вот этого всего побережья. Смотрите, если получается Турция страдает, мы посмотрели, получается, Крым первый, Турция, ну, значит, я сейчас посмотрю,
Украину, ее берега, и Новосибирь, Новороссийск, Анапа, вот эти российские города. В общем, вот эти два берега, где Крым посередине, ну, можно вот так сказать. Это Крым, а тут получается Украина, а тут российские берега, а тут украинские берега. А напротив получается море. Море и Турция. Ну, сейчас смотрим, значит, и Россия, и Украина вместе. Так что следите за раскладами, за видео. Я буду отдельно все снимать, чтобы не были большие расклады. Всего доброго. Пишите комментарии, подписывайтесь.